Ой, как устала прям вообще. Ведро выкопала, устала. Пойду это отнесу. Сейчас за целый день покопаю. За целый день покопаю. А что делать, ребят? Людям-то надо отдать. Люди выручали же. Люди же выручали, надо отдать. Ой, как я не могу. Жарко еще на улице. Ой. Жарко еще. Пипец. Конечно, еще много. Тяжело, конечно, в траве. Ну, что теперь делать? Что теперь делать? Ну, так. Ну, я мелкую не беру, оставляю на грядке. Нахер она нужна мелкая. А так-то крупная картошка. Ну, есть, попадают, едят. Ну, кто там? О, ну ничего. Сейчас. До выходных сказали, дождь будет выходить. Не знаю, правда, неправда, но вот сегодня, завтра покопаю. В траве вот в этой. Синеглазку сейчас копнула, хотела, думаю, синеглазка еще не. Что-то это. Ну ничего, сейчас я. Ой. Я, конечно, опухшая, блядь, вся наревелась, блядь. Хуйня, ладно. Вон, видите, картофан. Сейчас, сейчас я понемножку. Ну, жарко, жарко. Отдохну сейчас, устала. Прям ведро накопала. Ну, я мелкую оставляла там, прям на грядках. Ну, зачем я буду? Я отдам людям хорошую. Ну, а зачем я буду мелочь эту? Они тоже меня выручили. Конечно, если бы знала, нахуй бы не сажала бы. Все кошки под хвост ушло. Ну ладно, ничего сейчас. Ой, как жарко, покопаю. Давайте. Пойду, забыл этот. Пойду сейчас возьму штатетник, чтобы мне это привязать. Или палку селфи, что ли. Жарко. Жарко очень. Ладно, пойду, я еще копать буду.